Арнольд Рютель был президентом Эстонской республики с 2001 по 2006 год. Именно в этот период страна вступила в Евросоюз и НАТО. Но можно вспомнить и неоднозначные решения президента Рютеля. Так, в 2005 году из глав ЕС и НАТО лишь он и президент Литвы отказались от приглашения президента Путина приехать в Москву на празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из трех же президентов независимой Эстонии только Арнольд Рютель всю свою жизнь прожил в Эстонии. Уроженец Сарема, сын православных эстонцев Феодора и Юлии, заслуженный агроном, доктор сельскохозяйственных наук и видный общественный деятель советского периода, Рютель дважды избирался председателем Верховного Совета Эстонской ССР, последнему из созывов которого довелось в 1988 году принять Декларацию независимости республики. Примечательно, что коммунист Рютель до самого последнего момента выступал противником отделения республики, но когда он понял, что это возможно сделать мирным путем, превратился в первого защитника этого плана. Во многом благодаря его усилиям процесс восстановления независимости протекал столь гладко, в отличие от подобных сценариев в других союзных республиках. Тогда Михаил Сергеевич Горбачев возглавлял Советский Союз, и он, когда буквально в смысле вызвал на ковер, и требовал у Арнольда Рютеля отмены этой декларации, то Арнольд Рютель, он как раз очень мужественно, но в то же время очень дипломатично сумел отстоять свою точку зрения. Он видел генеральную линию развития общества и знал, как именно достичь независимости бескровно. Ведь то, что Эстония восстановила независимость бескровно, это, я считаю, самая главная заслуга именно президента Арнольда Рютеля. В Кадриорском дворце сегодня открылась выставка портретов президента Арнольда Рютеля. Здесь юбиляра поздравили и нынешний глава республики Томас Хендрик Ильвес и премьер-министр Андрус Ансип. Как можно видеть, некоторые изображения разительно отличаются от реального облика экс-президента, что вполне можно сказать и о том, как сейчас рисуют его былые заслуги, заметно искажая и принижая его роль в истории. Историческая дистанция, особенно с учетом того, что он до сих пор активен, он до сих пор как символ, существует где-то, так сказать, в районе политического небосклона, это автоматически создает такое желание у многих с политикой связанных сил и людей, так сказать, как-то дистанцироваться, на всякий случай, по разным причинам. Это факт жизни, это надо признать. Когда-нибудь это пройдет. Очень часто ведь в политике тоже присутствует тот же феномен, что и в искусстве. Художник становится знаменитым обычно не при жизни. Примечательно, что на юбилейной конференции никого из представителей правящей коалиции не было замечено. Государство представлял лишь вице-спикер парламента от оппозиции Юрий Ратас, что красноречиво свидетельствует об отношении нынешней элиты к человеку, без существования и личности которого многих нынешних политиков просто могло бы и не быть. Впрочем, как отмечают все, кто когда-либо знал юбиляра, он никогда не замечал подобного несправедливого отношения. И даже к своим яростным критикам из правого крыла эстонской политики всегда относился уравновешенно, как истинный крестьянин. Именно эта внутренняя сбалансированность помогла Арнольду Рютелю достичь столь значительного возраста в замечательной форме, сохранив и приумножив при этом уважение как многих своих ровесников, так и следующих поколений. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.